Доброе утро. Сегодня на территории республики действует 31 пожар на общей площади 245 тысяч гектар. Из них ведется тушение 10 лесных пожаров на общей площади 142 тысячи гектар. Это на территории 8 районов республики. Из них у нас локализовано 3 пожара на площади 104 тысячи гектар в 3 улусах республики. То есть получается у нас 9 в зоне обслуживания и остальные 22 пожаров – это в зоне контроля. Также помимо этого у нас ликвидировано 4 пожара за отчетный период на площади 146 гектар. И при этом имеются новые пожары. Это 6 пожаров на общую площадь, ну, больше 100 тысяч гектар. Тысячи гектар. Всего на тушение задействовано 228 человек и 36 единиц техники. Также работает авиация. Авиация, вертолеты Ми-8 работали в Усть-Алданском районе и Усть-Майнском районе на тушение лесных пожаров. Спасибо.